Да, сегодня МИД Эстонии уведомил нас о том, что генеральный консул России в Нарве и консул-советник, то есть его заместитель, объявляются персонами нон-грата и должны до конца этого месяца покинуть Эстонию. Это оба сотрудники генконсульства в Нарве, и один из них генеральный консул, то есть руководитель консульского учреждения, второй консул-советник, то есть фактически его заместитель. Обоих я достаточно хорошо знаю. С одним из них, нынешним консулом-советником, я немало лет проработал вместе в Германии. Это кадровые сотрудники Министерства иностранных дел, которые немало сделали, сейчас находясь на работе в Эстонии, для улучшения наших двусторонних отношений. Нет, в дипломатической практике не принято объяснять мотивы данного решения, поэтому нам остается только сожалеть об этом и рассматривать данное решение как откровенно недружественный акт, который, разумеется, будет иметь весьма негативные последствия для наших двусторонних отношений.